Хоть и Ирод был по вероисповеданию иудей, по воспитанию был, конечно, римлянин 100%, поэтому город у него получился римский, со всеми сопутствующими атрибутами любого римского города, как я уже говорил, и театры, и подромы, и бани были. Вот мы сейчас как раз пойдем любоваться тем, что осталось от этого города. Естественно, конечно, порт здесь был огромный, большой, по тем временам самый был главный порт здесь на побережье Средиземного моря. Ироду не давала покоя слава.